Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Только что вышел новый патч, и при заходе в игру нам сразу предлагают посетить Адмиралтейство, в котором мы видим много новых позиций. Так, в разделе «Столбы Гибралтара» предлагается поучаствовать в различных способах получения корабликов «Дайда» и «Канариес». Как говорится, любой каприз за наши деньги. Но самое интересное вертится вокруг контейнеров «Огневая мощь». Лучше всего перейти на вкладку «Корабли 10 уровня», и мы увидим 4 предложения с этими контейнерами в зависимости от их количества. И вот эти контейнеры могут стать отличным развлечением для тех, кто жалеет, что новогодние контейнеры больше недоступны и хочет попытать счастье в выпадении кораблей. Содержимое контейнера «Огневая мощь» достаточно интересное. Во-первых, здесь с вероятностью 5% может выпасть один из следующих кораблей 10 уровня. Новинка «Форест Шерман». Через 2 недели он будет доступен просто за уголь или дублоны. «Москва», «Макс Иммельман», «Наполи», «Хаэте», «Салем», «Марсо», «Йошина», «Курфюрст» или «Хабаровск». Каждый из этих кораблей уже является акционным, то есть по сути премом, но без такого высокого фарма, как у премиум девяток. По идее, если у вас уже есть все эти корабли из списка, кроме Шермана, то он и должен будет выпасть. Но не забываем, что вероятность выпадения группы корабли только 5%. Считайте сами, сколько ящиков вам надо приобрести, чтобы его точно получить. Кстати, действует механизм гарантированного выпадения. Если из 24 контейнеров вам не падают корабли, тогда из 25 он точно выпадет. Но это в самом неудачном случае. Ну а так у каждого есть шанс попытать счастье и вытянуть десятку за 2500 дублонов. Или за несколько раз по 2500. Кроме кораблей из контейнеров могут выпасть ценные сигналы, уголь и так далее. В общем, если смотреть на все это максимально рационально и с точки зрения минимизации своих расходов, то, на мой взгляд, выгоднее просто подождать 2 недели и взять Шермана за уголь. Кстати, завтра у меня на канале выйдет подробный обзор корабля, из которого вы поймете, что он хоть и неплохой и интересный, но вовсе не обязательный к покупке. Ну а если нравится поиграть с удачей, тогда вполне можно приобрести несколько контейнеров «Огневая мощь». В неудачном случае вы получите не такой уж и бесполезный лут, а в удачном – кораблик за недорого. В общем, мое дело донести до вас информацию, а как ей распорядиться, решайте сами. Кто предупрежден, тот вооружен. И не забывайте поддерживать канал, так как после болезни особенно сложно вернуться к нормальной работе без поддержки. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.